Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем играть Ассасин Черные паруса. Ну давайте начать новую игру. Нет. Так. Вот так. Ну-с. Смотрим. Краткую историю давайте. Ubisoft представляет. Анаина! Мы с Бонависта. Блин, здесь плавать, да, придется, наверное. Опять много. Ассасин. Давайте. Мать его, пустите меня. Так, стрельба из пушек. Ну, наверное, понимаю. На. Вот так. Пока вроде справляемся. На. И еще немножко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У них подкрепление. Руки по ветру. Стреляю. Так, ладно. Ждем приказа, сэр. Подождите, подождите. И еще немножко. Нормально так. Все. С ним мы расправились. Беги с корабля, мать его. Опаньки. А он у нас на корабле, падла. Вот и случай, который нам поможет. Это опасно? Эдвард? М? Каперство это опасно? За опасность нам и платят. А почему не королевский флот? Там жалования и люди знатные. К черту все это знать. Убиваться за гроши, чтобы капитан наживался. Так не заработаешь. Опять ты о деньгах. А о чем еще-то тебе надо? Пойми же, Кэролайн. Я хочу достойной жизни. Хочу жить в достойном доме. Есть хорошую пищу. Ешь. И сколько же тебя не будет дома? Год, может. Или два. Вот так вот. Короче, обманывают. В любом случае. Хорошо. Не больше двух. Обещай. Не могу обещать. Давай, я на острове должен оказаться. Я на острове своем. Тихо сам с собой вдвоем. Компании огромные кучи денег. Давай.
Плыви. Да я и так держу. Твою мать, я думал, хоть залезет. Такс. Что мы тут имеем? Лягу, прилягу, обниму свою флягу, да? А вот и ассасин. Тоже понравилось? Гавана. Мне нужно в Гавану. Надо лишь построить новый корабль. Я заплачу. Ведь пираты любят звон монет. Я дам тебе сотню и скоро. Так это не работает. Так-так? Тогда или нет? Как я тебе могу ответить? Да или нет? А деньги потом, да? Ну-ка, ну-ка. Ты черт бы вас побрал. Ты, кстати, плавал, у тебя там порох-то отсырел весь. Далеко собрались-то. Так, ладно. Да? Это подтормаживает. Не будем ссориться. Да, подтормаживает немножко где-то что-то. Ну ладно. Я знаю, как с этим бороться. А если точнее, просто не обращать внимания. Отсюда до Гаваны сотня лиг, не меньше. Вы что, пешком пойдете? Да, мать твою. Так. Оп. Ну, смотрите-ка, я правильно. Да, пошел. Я думал, где-то накосячил. Давай, вперед, вперед. Ну вот сюда. Оглядимся. Что мы имеем? Домики, вон туда мы и идем. На, вон и тело. Куда он бежит-то? Ой-ой-ой, ой-ой, прям испугался. Блин, нет, что-то... Ну давай. Ну ёб твою мать. Украсть. Это говоришь, убьешь меня, значит? Ну пойдем посмотреть, как ты меня убивать будешь, значит. Снять шкуру с кабана, да? Так, ладно. Вот я только один путь был. Вот сюда бежать.
вместе, нам было бы легче. Найди ассасина. Можно подумать, он там пипец как прячется. Дурачок этот. Рассмотрим, что мы видим. Немного. Блин, а раньше я собирательством сделал, там собирал все подряд. Не подходите! Твою мать, ты же пистолет выбросил один. Что, у тебя их два было? Куда? Сюда давай. Оп. Давай, 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 давай. Сейчас мы его порешим, падлу. Вот и все. Просто добежали и забили. Повезло, что они камнями. Письма. Сеньор Дункан Уолпл. Я принимаю ваши щедрые предложения и с нетерпением жду у себя. Если вы располагаете нужной нам информацией, мы щедро вас вознаградим. Ребята, это уж не обязательно. Конечно, я не знаю вашего лица, но полагаю, смогу узнать по костюму, которым славится ваш орден. Итак, поспешите в Гавану. И поверьте, мы примем вас как брата. Сумас умильде сервидор. Эль губернадор Лауриано Торрес и Аяла. А что, у меня нету, что ли, этих? Пора за наградой. Пора. Стреляй. Эта шхуна здесь очень кстати. Ну-ка, ну-ка. Оглядимся. Это шхуна. Моя будет. Я ее и переоборудую. Карта. Вот карты, кстати, это интересно, если вы играете просто, ну как, собираетесь там, занимаетесь, то карты это для вас. Это очень интересно. Так, зона выслеживания, мы знаем. Я лишь купец. Молчать, проклятый пират! Тебя вздернут за твои грехи! Сэр, ну я же ни в чем не виновен. Мы встали на якорь, чтобы пополнить запасы провизии. Давай. Хоть одну причину не убивать тебя. Возьмите мой сахар, забирайте все. Так они и так все возьмут. Я заплачу. Скажите, сколько? На. Давай. Кстати, он нам еще в игре несколько раз будет попадаться. Премного благодарен. Он ваш? Да, он мой. Но, увы, вот его капитан. Я же в мореходстве профан. Я вполне могу повести его сам.
Вы же не скроетесь моим кораблем? Дункан, ваше имя, друг? Стид Боннет. Господин Боннет, строго между нами. Я выполняю тайные поручения Его Величества, и мне срочно нужно в Гавану. Какое счастье! И мой путь в Гавану. Отправимся вместе. Союзники, стало быть? Слава богу, сэр. Поначалу я принял вас за пирата. Правда? Да. У вас особая манера держаться. Сразу видно, вы не шутите. Я струсил. Ну, откровенно. Откровенно. Сегодня и день богат на разные события. Согласитесь. Так, где эта карта? Шлюпки нет. Опасаюсь, к кораблю нам придется плыть. Могло бы быть и хуже. Взяли. Ого, ром! Так, все. Карту мы понимаем. Это я даже знаю, где мы сейчас. Ой, не туда, не туда. Черепах не убивает. Нелегко. Надо было снять камзол. Да подожди ты. Так. Вот сюда. Вот у нас. Кто хочет карты собирать, конечно, вот так и собираются. Смотрите на карту, определяете параметры и валите. Много чего интересного может, как и запчасти там, не знаю, от корабля, от амуниции, так и просто деньги. Ладно. Давай, доберитесь. Блин, надо видеокарту нахрен хорошую. Но денег нету пока что. На хорошую видеокарту. Опять плывем. Заметьте, в амуниции, в сапогах, с двумя шпагами или рапирами, я не знаю. Да, силен. Силен. Поехали. Приветствую на борту, Дункан. Шхуна скромная, но больше мне и не нужно. Возить товары с плантации. Нормально. Ветер крепчает. Пойдем на всех парусах. Давай, давай, давай. Чувствую ветер в волосах. Как это бодрит. Живительный запах могучего океана. Крепкий аромат возможностей. Давай. Правильный настрой, дружище. Сидит, в ус не дует. Мы несемся быстрее самого ветра. Давай. Ты бы еще паруса бы поднимал, опускал бы, было бы вообще прекрасно. Матросы не знают спокойно тем, что в этих водах могут быть пираты. Как думаете, они были правы? Возможно. Но в основном... Ага, вот так вот. Пролива между Блин. Испаньолой. Все, понял я. Понятно, да. Давно не играл. По правде говоря, что нам опасаться пиратов? Корабль невелик, на борту ничего ценного. Так они-то нападают сначала, потом уже узнают, что там ничего ценного. Какой пират в своем уме откажется от бочонка рома? Что ж, да. Тут вы правы. Давай. Ну, кстати, смотрите, корабль починился, по-моему, если не ошибаюсь. Был ущерб, сейчас нету. Так. Интересно, вот задротеры есть, кто на 100% прям проходит ассасинов? Собирает все флаги, вот это вот.
Бунт. Ничего. Да. Вы прирожденный моряк. Я он самый. Немало постоять у руля. 2 года был матросом на капере. Черт побери. Вот жизнь достойная мужчины. Столько приключений. Изумительно. Да, странного я видел немало. Вот единственное, что на кораблях воевать, когда там эта миссия есть с 2 или 3 кораблями, там большими, действительно. Вот там геморройно будет. Как ни крути. Прекрасно. Многообещающе. Как я говорил, это в прошлом Ассасине. Надо было сначала вот этот играть, потом уже тот. Спокойнее. Ассасин. Ну вот, с возвращением. Отсылка на другие игры. Показатели в норме. Убедимся, что с тобой все нормально. Со мной все хорошо. Покрути головой и посмотри на лампы. Сюда. Вверх. Вот так. Вниз. Блин, а внизу-то лампа пока зачем? Все хорошо. Вставай. Ну, ты в проекте образец 17. Для начала тебе понадобится вот это. Взял. Вот. Тест, 1, 2, 3, привет, бонжур. Сабон, работает? Работает. Ну что, прогуляемся? Выходит, исследование памяти тебе не в новинку. Странно, что опыта мало. У тебя талант. Потоки данных стабильные. Так, выйти там и вышли, ага, у самого хворот. Ну, пойдем на наше рабочее место. Да? Этому зданию всего 1.5 года, но Abstergo Entertainment работает уже несколько лет, с 2010-го. На данный момент съемки 2024. 14 лет. Знаешь про Liberation? Наш первый проект с технологией Animus. Это было только начало. Очень скоро мы начнем распространять коммерческие серверы. Они за девчонку я уже сыграл. Только пассивный режим, конечно. Адаптация истории. Самое интересное. И есть идеальная тема для первого полноценного проекта. Карибские пираты. Работа для тебя. Для меня. Пойдем. Вот, запомните вот эту девчушку. Спасибо, Нэнси. Бонжур, Нэ. Твою мать, я только на лицо твое хотел. Теперь все готово. Прекрасно, спасибо. Все, пойдемте. Давай, мадам. Я иду. Это тебе. Главный инструмент в нашем деле. Коммуникатор. Планшет. Давай, включай. Он классный. Кстати, вот что нравится. Во второй, по крайней мере, в третьей части, так там хоть по Абстерго бегаешь. Угоняешь, помимо этого всего. Кажется, что у нас... Вот это надо будет потом поди взять, или можно сканировать. Ну так, подождите, я сканирую на телефон. Из-за принципа хочу посмотреть. Так. Ну-ка, дайте-ка я. Не пойму, где ты. Что-то не реагирует. Ну все, проблема улажена. Увидимся. Не реагирует. Может, где-то более четко должно быть. Не пойму. Так, ну что, карта это у нас? Давай.
Заходим. Видишь мигающий сигнал? Есть контакт с лифтом. Только после вас. Нам в студию проекта образец 17. Второй этаж. Давай. Проект 17. Ну что? Вперед. Пойдем, я знаю, где у меня место есть. Это наш босс, Оливье Гарно. Я вас познакомлю. Оливье Говно. Спасибо. Это наш новый сотрудник, первый день. Здорово. Бонжур. Какой проект? Образец 17. Род Кенуэ. Хейтен. Коннор. Эдвард. Пират. Ну что ты за дурачок? Добро пожаловать. Мелани, можно поговорить у тебя? Да, только устрою человека. Минут 5. Сейбон, рад знакомству. Пошел нахрен. Итак, этаж проекта образец 17. Исследуем память одного очень ценного донора. Дезмонда Майлза. Берем самое интересное из его ДНК. И я очень надеюсь, что там лазит он. Все это выльется в невероятную историю. Этот недотепа Джон, наш чудо-айтишник. Чинит кое-что для тебя. Я не чиню, я отладчик. Отладчик, да. А разницы никакой для нее. Твой персональный рабочий анимус. Прошу, садись, расслабься и найди что-нибудь интересное. О. Если нужны подсказки, в анимус загружены обучающие программы. Разберешься. А я зайду позже. Я по сюжету пойду. Потому что на собирательство, блин, оно слишком долго. Добро пожаловать в Анимус Омега. О, инструмент Абстерго Интертеймент для исследований памяти предков. Если возникнут вопросы по работе в консоли Анимуса, пожалуйста, свяжитесь с руководителем вашего проекта, Мелани Лемей. Вы стали участником проекта образец 17. Ваш объект – Эдвард Джеймс Кенуэй. Дата рождения – 10 марта 1693 года. Суонси – Уэльс. Отладка окончена. Показатели в норме. Системы работают. Экстра-нейротрансмиттеры включены. Алис Гуд пока. Ох. Мы уже в Панаму приехали. Assassin's Creed Black Flag. Черный флаг. Ну, это, по крайней мере, я могу перевести. Да. Так, ну, невзрачное судно надо переделывать. А, волшебная Гавана. Я тут уже бывал. Неизгладимые впечатления. Девчонки там, огонь. Знакомые лица? Куба. Нет, нет, хочу казаться дружелюбным. Не дай бог, снова примут за пирата. Верно. Преступникам вроде вас нужно быть начеку. Вот тебе шутка юмора. Так, ладно. Отчаянный бунт. Совсем недавно. У него нет или в третьей войну. Части было? А теперь не могу вспомнить. Я торгую с испанцами, как с братьями. Что-то не так? Нет, пустяки, камень в сапоге. А где тут лучшие койки? Я бы сейчас вздремнул. Скажем, пару часов. Я тут собираюсь в один трактир встретиться с купцами. Могу проводить. Ведите же. Надеюсь, вы дождетесь конца моей встречи. Столь внушительный человек рядом был бы большим подспорьем. На случай недопониманий. Ладно, подожду. Ох, аскорбиновая кислота. Вкусненько, ну кисленько. Отлично, выпейте. Ну, пиратов здесь не жалуют, верно? Это сколько ж надо было награбить, чтобы угодить сюда? Блин. Девчонки. Сейчас про них информация выйдет. Ола, леди. Вы близко знаете эти дамы? Нет.
За близкое знакомство они берут деньги. Несколько десятков реалов в час. Интересует? Нет, что вы право. Я ведь женат. Потому и предлагаю. Правильно. Молодец, что предлагаешь. Вот, здесь можно приобрести личное оружие. Мне тоже нужен клинок, Дункан, такой, как ваш. Эта ржавчина ничего не стоит. Все же рядом с вами я выгляжу слабым котенком. Мне бы хоть небольшой кинжал. Взглянем, что продают. Ну? Может, и мне купить клинок? Будем воевать вместе? Правильно. О, хорошая парочка. Братья-близнецы. Одолжите пару реалов. Как-никак я вас спас. А, да, конечно. Спасибо. Ну, давай. А у вас как? Мне хватило лишь на маленький, но... Возьми. Похоже, мы заблудились, Дункан. Ничего, что-нибудь придумаем. А нет. Что мы ищем? Ну, таверну с внутренним двором. Сейчас, подожди, залезем наверх, так посмотрим. Так, только... Лезть-то надо тоже. Знать, где не везде залезет. Каждый палец как крючок. Так можно отличить моряка. Ага, ничего, что я, блин, грандиозный пират. Давайте смотрим Гавана. Завораживает. Кажется, приметил. Мы близко. Держитесь. Отчистил меня. Боже, что теперь будет? Давай. Не могу дышать. Все, стой, или я тебе колени переломаю. Да подождите вы. Я рядом, гаденыш. Охренеть, вот это, блин, не знал, что у меня так будет. Тварь такая. Ты в гавани не скроешься. На. Не в тот карман ты полез. Расхлебывай последствия. Давай, вот так вот. А вы как хотели? Оп. Эй, оп. Так. Вот, буквально за поворотом. Дунка, слава богу, вы живы. Разумеется, это так, отребье. Да уж. А, мы на месте. И что здесь такого? Слушайте, я буду тут. Приятно встретить валийца в стране Даго. Сам из Англии. Коротаю время до следующей войны. Повезло Георгу. Такой подлец ходит под его флагом. Эй, Олух, твое лицо мне знакомо. Да с какого бы? Ты же водишь дружбу с пиратами в Нассау. Замолчи, не то набью тебе рот свинцом. Эдвард, так ведь? Опа, не угадал, да? Поганец! Я предупреждал. Ну-ка, сейчас мы покажем. Хотите драки? Будет вам драка. Вот, хрена чего, пока он один.
сейчас проверим вашу силу. Но. Так, давай. Давай. Еще. Еще один. Давай. Да, ни хрена себе. Неплохо я. Так, дымовая бомба. Да подождите вы. Давай. Надеюсь, вы меня не найдете. Твою мать, нашли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сделаешь дырку, потом не залатаешь. Вот и все. Убежал. Уйдите от драки, бросив дымовые бомбы. А схватить карманника, а я его убил. Ну-ка, давай-ка. Где у нас далеко? Нет, эта вышка, вон она. Надо местность-то открывать нам. Ну давай, 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 давай. Ну да и хрен на тебя, не очень-то и хотелось. Давай, давай, давай. Вот сюда. Оп. Нормально так-то. Подтянулся, смотрите, спортивный парень. Вот мы и пришли. Так. Кстати, вот за забором тоже есть, не помню где, но там тоже есть по карте, если смотреть. Только карту надо найти. Здесь у нас чего? Вот так. Все? Спасибо. Кенуи, да? Я с тобой. Нормально. Сойдет. Можно сказать, на халяву.
Так, вон там человечек стоит, не он ли мне нужен? Так, нет, не он. Ладно, возвращаемся в порт. Что нам? Так. Что у меня? Деньги не швыряй, да? Что ты? Грустный такой. Простите за скорый уход. Размолвка случилась. И не только у вас. О, господи. Простите, виноват. Не хотел, чтобы испанцы меня увидели. Ну что вы, что вы. К несчастью, солдаты конфисковали мой сахар и вашу сумку. Черт. А куда пошли? Боюсь, я без понятия. Эти господа могут знать, но мой испанский, мой молдат. И лучше не спрашивать. Черт. Придется следить. Ладно, нам надо вернуть мои карты. А сахар? В кальсонах унесем. Поживем, увидим. Давай. Так, ну это мы знаем. Использую орлиное зрение, я уже использую его. Вы ведь не против, что я иду с вами? Лишь бы не путались под ногами. Пойдем. Боннет! Кажется, я понял, в чем дело. Тихо! Боюсь, они рядом! Ты-то, блин, что там носишься, идиотинушка? Лучшая мысль за сегодня. Чтобы разделиться, надо быть вместе первоначально. Пойдем, пойдем. Вы опоздали. Да, сэр, да, прощения просим. Нас задержал капитан. Да, он будет рад встретиться с вами. Только он должен явиться на повешение, сеньор. Пойдем. Правда? Я люблю казни. И я. Как в колокол позвонят... Блин, тут кого-то били, что ли? Поколдуй тут. Давай. Прекрасно. Особенно если Мендоса участвует. Он со мной еще за рабов не расплатился. Блин, ну ни хрена себе. Я сейчас по крышам тогда пойду. Хотя нет, вы мне так-то не нужны там. Продвигайся сюда. Второй. Вот так. Прекрасно. Особенно если Мендоса участвует. Он со мной еще за рабов не расплатился. Да, сэр. Капитан будет счастлив вам заплатить. У нас есть товар, сахар и прочее. Я даже знаю, где их вот здесь вот можно встретить. Давай. Девочки. Что вот это?
сеньор. Скоро начнется казнь. Главное, не мешай. Да, вперед. Так. Эти козлины сейчас ломанутся. Мать его. Опа. Твою мать. Цель потеряна была. Так бежать, что ли, за вами? Подвисает из-за того, что у меня запись идет. Главное, не мешать. Да, вперед. Ну. Свет не забудь. Уже почти. На. Сюда, сюда. Охренеть. Цель потеряна, да я ж ее видел. Цель-то. Что вы мне тут? Ладно. Ну за ним тоже не пробежать, потому что они там через закрытую территорию бегут. Начнется казнь. Главное, не мешать. Да, вперед. Ну давай. Один хрен вы сюда выйдете на улицу. Все? Так спокойнее его. Уже почти. Ну давай посмотрим, какой почти у вас. Я по параллельной улице бегу. Охренеть, блядь. Да что ж твою мать-то твою-то будешь делать? Идем сюда первоначально. Сейчас они сюда выбегут. Куда пробегут? Двери закройте. Здесь вот выбегут. Уже почти. Куда вы? Затопчите меня, блин.
Кучка уродов. Сюда! Сюда! Давай. Далековато, да? Ага. Ну, войдем, давай в круг. Сколько еще я должен ждать? Я не буду тратить на капитана весь день. Еще немного, сеньор. Капитан Мендоса заплатит вам, как только закончит с повешением. Черт, уреалы, мне нужен товар на продажу. Табак, ром, сахар. Так они специально грабят. Си, си. Есть сахар, отобрали вчера у одного толстого англичанина. Англичанина? Англичанин, что, глухой, что ли? Ну, а сахар из Барбадоса, высший сорт. Мы доставили его в зал. Его хозяин затеял драку вчера. Сам сбежал, а сахар бросил. Неплохо. Мне отправиться в зал. Повешали. С капитаном? Нет, сэр. Капитан Мендоса сам отправит вам товар. Вот так. Боже мой. Вот этот громила ваш капитан? Нет, сеньор. Это Эль Тибурон. Он человек губернатора. Вот так. Проследить за капитаном. А он в замок пойдет. Так, девчули. Сейчас мы. Ближе держимся. Понятно. Не отвлекаются, да? Тогда вот так. А эти отвлекаются, смотрите-ка. Понятненько. Что? Ну. Я бы попросил бы вас. Вы меня даже не заметили, что я воровал.
Так что не надо мне тут горбатого лепить. Ушла и ушла мелодия. Музыка нас связала. На, пошел отсюда, козлина. Подожди. Вот и все. Так, а что у нас здесь? Так. Не открывается, нет? Не открывается. Значит, просто денежка была. Да, еще разок. И еще маленько. Нет, сразу два нет. Вот так. И вот так тоже хорошо. Давай. Убежал. Ну не там. Вот здесь вот. Вот он. Давайте осмотримся. Вот потихонечку. Тихо. Вот так. Твою мать. Сейчас заново поднимемся. Да там не высоко, что ты?
Нам, мать твою, то, что будешь делать-то. А так вообще можно подняться вот здесь? Ни хрена. Так, искать? Ладно, меня перестали. И еще разок. Там, видимо, тоже опять за денежкой. А мне это не денежка нужна. Вот так. Еще немножко. Сейчас. Так вот, чтобы мне больше проблем не устраивал. Заходим и берем. Ключ был у нас. Ключ у нас есть, мы его уже взяли. Все. А забраться нам сейчас на раз-два только. Вперед. Блин, а кстати, вот какая-то часть у меня была с Наполеоном Бонапартом. Вот она-то, кстати, не записывала и шла-то, она хорошо идет. Не виснет, а вот записывать. Это уже все. С сахаром не вышло. Рук не хватило. Ничего страшного. У меня есть груз, чтобы окупить поездку. Вы задержитесь? На пару недель. Затем на Барбадос к монотонной семейной жизни. Зачем вам эта тоска? Идите к Нассау. Живите вольной жизнью. Ха, разве я не слыхал про пиратов Нассау? Это же притон. Нет, это приют свободных. О, боже. Вот приключение. Но нет, нет. Я муж и отец, у меня есть обязанности. Жизнь не только развлечение, Дункан. Ну, мы из себя сделаем охренительного купца. Меня зовут Эдвард. Дункан лишь прозвище. Тайное имя для встречи с губернатором. Да, губернатор. Слишком уж я задержался. Молодец, что напомнил мне. Задание выполнено. Избегайте стычек. Избегал бы, если бы не подглюкивал бы. Ну ничего страшного. Так, мне надо вооружиться. А будете со мной ходить? Какая разница там? За что вам платят? Так, ну-ка давай-ка посмотрим. Клинки.
Вот этот, все по тройке. Просто там еще есть. Вау, вот это вот вообще. Остальные не подходят, да, даже немного. Так, боеприпасы. Произведение искусства. Они мне вообще нужны? Может, я использую так. Но они, по-моему, у меня в каюте будут. Ладно, давайте возьмем. Триптих. Вот это, кстати, музыкальный инструмент прикольный. Хотел бы себе такой там играть, но мне, правда, надо уметь. Блин. Сколько их всего тут, вот, искусств этих. Барельеф. Статуэтка орла. Так, продажа. Нет. А вот купить охотничьи трофеи. Я бы купил. Пойдем. Губернатор. И пчелы весело звеня готовят мед свой для меня. И если б ты узнал, дружок, каков на вкус муравьиный сок, ты жил бы как в раю. Простые радости украсят жизнь твою. Чтоб в джунглях жить, как в крепости, умерь свои потребности, и ты поймешь, тебя не победить. Хоть в жизни мало славностей, у меня есть огромных радостей. Иди к дьяволу в задницу, канале. На. Все, я ж тебе помог. Давай. Благодарю. Теперь я ваш капитан. Торговец. Черным золотом. Так. У него, я как понимаю, тоже та же самая. Так, надо местность обсудить. И оп. Да ты не туда бежишь. Вот, смотри, вот сюда. Вот. Вот так. Чуть повыше. И еще. Нет, он по окну залезет. Блин, вот. Как бы даже сказать-то, у меня, блин, слов нету. Не могли вы сделать ее так же, как Ассасин 2? Вот такие же три, только Ассасин 2, блин, вот с этим. В чем он тормозит ваши графики до прорисовки детализации, блин? Так компьютеры, блин, все дороже и дороже, он по 100 с лишним тысяч стоит. Это только какая-нибудь одна запчасть, даже не сам весь компьютер полностью. Че смеяться-то уж? И все, блин, больше и больше набирают куда-то нахрен. Вы бы по ценам бы ориентировали. Буэнос диас. Мистер Дункан Олпол из Англии к губернатору. Полагаю, он меня ждет. Да, прошу, входите. И девчонки за мной.
А вот у меня пистолеты, сейчас будут отстреливать-то. Репетиция с пистолетов. Не доверяю я им. А кому ты доверяешь? Так, по месте губернатора. То ли действительно такое было, то ли просто придумали. Вот этого я в той игре-то освобождал. Я говорю, сначала вот этот Black Flag должен был идти. Не ошибусь, предположив, что вы Дункан. Все верно. Я так и думал. Вудс Роджерс. Польщен. И я. Я так надо думаю. Сказать, моя жена мало что смыслит в красоте. То есть? Жена. Когда-то вы виделись на бале-маскараде у Персии. А, да-да. Назвала вас дьявольски красивым. Вероятно, просто хотела меня подразнить. Джулиан, наш почетный гость прибыл. Дункан Уолтон. Вот этого я козла освобождал. Джулиан Дюкас. Надеюсь, вы не лукавите, переходя в наш орден. Ассасинов я не люблю, но лжецов ненавижу. Поверьте, я вас не разочарую. Готовы размяться, Дункан? Да. Со стариком встретимся позже. Вы взяли мои самые лучшие пистолеты, Дункан, так что берегите их. Буду лелеять их, как своих сыновей. Постреляйте, если хотите. Пообвыкнитесь. У одного из моих соратников было 9 пистолетов. В бою неплохо, но лучше плавать с ними он не стал. Хорошо. Да. Жду, когда пистолет будет вмещать 4 пули. Сейчас Марокко. 4 пули, ни хрена себе. Кто у вас с моим другом в Англии? Джеймс Пак. Он изобретает необычайные вещи. Манифиг. На. Ну давай, поговорим с хозяевами. Итак. Манифиг. Задача очень проста. Поразите все мишени, пока в часах не кончился песок. Помните... Все мишени за отведенное время. Охренеть. Тихо. Ну правильно, перезаряжал нахрен все мишени за определенное время. Да. Сейчас, подожди, перезаряжусь. Задача очень проста. Поразите все мишени, пока в часах не кончился песок. Помните, все мишени за отведенное время. Да. Но не получается. Дункан, где ваши скрытые клинки? Для ассасина вы плохо вооружены. А, к несчастью, сломал их оба. Ага. Что можно подумать, ты, блин, снаряжен ими. Выбирайте. Где же вы их нашли? Я их не нашел. Я их забрал. Трофеи на память. Убийца.
два клинка, как положено, да? Точно, да. Дункан, не побалуйте нас демонстрацией своих талантов. Я... Прошу. В ожидании вашего приезда мы подготовили пару испытаний. Досадно уезжать, не увидев вас в действии. Да, конечно. Раз есть время, я с радостью покажу, что умею. Вот. Видите? Приготовлено специально для вас. Вижу, вижу. Прошу. Клинок в толпе. Самое простое. Без размаха. Быстро и четко. Давай. Покажите еще что-нибудь. Гениально, правда? Использовать стога сена как прикрытие. Оп. Так, сойдет? Боже, вот это да. Скрыть. Нельзя переоценить эффект неожиданности. Так ведь? Особенно если бить из-за угла. Вот и все. Убийство в воздухе по-своему прекрасно. Хоть и привлекают внимание. Покажите. Давай. Так. А возможно ли нанести роковой удар на бегу? На бегу, так это самое легкое. Мон Дьё, какой сильный удар. Конечно. Чудя. Я хотел еще и сено здесь выпрыгнуть, конечно, но... Пойдемте. Ассасины вас хорошо обучили, Дунка. Вы очень вовремя решили их оставить. Сильно рискуя при том. Предательство ассасинов вредно для здоровья. Выпивка, говорят, тоже, но такого рода опасности меня манят. А по какому делу вы здесь, сэр? Помощник губернатора, быть может? Или впервые тут так же, как и я? Пистолеты, сабли, пушки, бомбы. Я с радостью продам все то, чем можно убивать. Контрабандист, скажем так. А как поживает ваша супруга, капитан Роджерс? Она тоже здесь, в Гаване? Живу надеждой, но вестей нет. Я больше года истреблял пиратов на Мадагаскаре. Разогнать этих негодяев было непросто, но мы справились. В будущем, надеюсь, использовать ту же тактику в Вест-Индии. И что вы... Прикольно, плащ у него, смотрите, с выделкой. Все просто. Пираты невежественны, как макаки. Я дал им выбор. Принять прощение и вернуться в Англию нищими, но свободными. Или же быть повешенными. А, видимо, Нассау ваша новая цель. Прозорливо, Дункан, именно. Нассау. Удачи вам. Великий магистр, господин Дункан Уолпол прибыл. Си. Француз, да? Мы вас ждали неделю назад. Прошу прощения. Или итальянец. Мой корабль захватили пираты, едва уцелел. Я прибыл лишь вчера. Испанец, Тонтон. Еще. Досадно. Простите за назойливость, но удалось ли вам спасти все то, что было обещано мне? О да, сэр, удалось. Инкрибли. Ассасины добились большего, чем мы думали, но нас им не остановить. Рад, наконец, встретиться с вами, Дункан. Добро пожаловать. Прошу, нам есть что обсудить. Блин, я бы хотел бы сейчас на вышку слазить, да, оглядеть местность, чтобы открыть ее. Вот чего мне бы не хотелось по-настоящему. Давай, давай.
наконец все в сборе. И какое пестрое общество. Англия, Франция, Испания. Говорю же. Граждане прогнивших империй. Но теперь вы тамплиеры. Тайные подлинные правители мира. Прошу, дайте мне руки. Помните нашу общую цель. Вести всех заблудших, пока не найдут дороги. Вести пылающих страстью, пока не утолят сердца. Вести всех пытливых, пока не умерят разум. Во имя Отца понимания. Приступим же. Да. Что ты хочешь? Десятки лет назад совет доверил мне найти в Вест-Индии забытое место, которое наши предки называли обсерваторией. Да, о, вспомнил. Взгляните на эти изображения и запомните их. В них скрыта важная история. Уже два десятилетия я пытаюсь найти обсерваторию. Там, по слухам, спрятан инструмент невероятной важности и силы. Некоего рода армиллярная сфера. Это устройство даст нам возможность следить за каждым человеком на Земле, где бы он ни находился. А сидит опознание у тебя откуда? В нашей власти. Тогда между людьми не будет больше секретов. Ни лжи, ни обмана, лишь правда и справедливость. Вот зачем нам обсерватория и то, что в ней должно стать нашим. А мы знаем, где она? Узнаем. У нас в руках единственный, кто знает ответ, некий Робертс, бывший мудрец. Истинного мудреца они видели уже 45 лет. Вы уверены, что он не шарлатан? Мы полностью уверены. И ассасины придут за ним. Приду. Несомненно. Но благодаря Дункану и сведениям, что он привез, ассасины перестанут нам докучать. Все станет ясно завтра, господа, когда вы встретитесь с мудрецом. А пока давайте пить. Мы найдем обсерваторию вместе. Ведь тогда короли падут, духовенство отступит, а сердца мира станут нашими. Да, планы-то у тебя наполеоновские. Ограбьте всех тамплиеров. Вообще, стрелковое испытание, если бы он не подглючивал, я бы, наверное, прошел. Отдыхайте, Дункан. Завтра придет Серебряный флот и ваша награда. Затем обсудим план дальнейших действий. Жду с нетерпением. Экселенте. Буду ждать вас. Выпустите меня. С утра. Блин, а я хотел это. Завтра рано утром будет ждать вас в гавани, около замка. Хорошо. Так. Минутку. Мне все равно надо туда. Вот так. Ваш грабеж мне нахрен не нужен. Я сейчас за забор иду. Ну-ка, ты покажешься там, нет? Где ты там стоишь? Блин, а тебя не показали, да? Так. Уходим. Кстати, сейчас можно уже и к оружейнику опять зайти, и пистолеты посмотреть. Но это все по дороге. О, как раз по дороге. Вот он ты.
И снова здравствуйте. Пистолеты. Так, 1, 1, 5. Ну, сначала давай все по троечке возьмем, а сейчас будем смотреть, что еще осталось. 2. Так, боеприпасы. Произведение искусства. Все, теперь у меня шпага есть хорошая. Также у меня есть хорошие пистолеты неплохие. Так, подождите. Это же вроде как найм команды, да? Нет. Значит, внутренний двор. Да. Ну давай, мать его. Ищешь умелых моряков? Я веду дела только с капитанами кораблей. Ах ты, падла. Ты пудал посерки. Ну, а, сейчас драка будет, нет? Так. Ну, неплохо, чё. ¿Quieres tomar algo? Может, еще что-то? Нет? Блин, сейчас еще и... Ладно, полиции нету за пьянство. Меня никто не примет. Могу бухать. Позволю себе такую роскошь. Пойдем, пойдем. Нам куда-то надо сюда. Потом сюда. Начать задание. Доброе утро, Дункан. Сюда. Эдвард! Эй, Эдвард! Я нашел того, кто купит оставшийся сахар. А? Большая удача. Он назвал вас Эдвардом. А, купец, который привез меня. Ему я представился чужим именем. А, мудро. Да. Свидимся, Боннет. Удачи. Чуть не испалил меня. Вы пунктуальны, Дункан. Сюда. Вот он. Тот, кого и тамплиеры, и ассасины искали более 10 лет. Мне сказали, тебя зовут Робертс. Это так? Думаю, ты узнаешь это. Если верить преданиям, чтобы войти в обсерваторию, нужна кровь мудреца. Ключ у нас. Осталось лишь найти место. Возможно, сеньор Робертс нам поможет. Доставьте его в мой дом. Ну, вот так. Ну, он, по ходу дела, там уже все знает. Столько шума из-за него. Неужто обсерватория так важна? Сейчас от ассасинов будем, да? Синдуда. Обсерватория инструмент, созданный предтечами. О, поверили? Предтечами? Ясно. В одном из писем вы сообщали о желании убить наставника Майя Атабая. Вам удалось воплотить его в жизнь перед отъездом? Я... Давайте, нет. Где, кто еще есть?
Нет, слишком много препятствий на пути. Жаль. Но благодаря вашим картам мы доведем дело до конца. Вон он, на крыше точно. Один в кустах был, другой на крыше. Палится. Плохой маршрут, Торрес. Мы уязвим. Что-то не так. Будьте рядом, магистр. Я тоже чувствую. Главное, защищайте мудреца любой ценой. Ассасины! Сверху! Они на крышах! На! На! Они могут быть везде! Охренеть, вот это я сражаюсь! Мне перевесть надо побольше. Так. Ну, по крайней мере, получилось. Вышли оттуда. Что-то я думал, он хоть к ассасинам относится, он, оказывается, и к ним не относится. А на тебе твоей ловкости не занимать. На. Стой, ноги прострелю. Ну, стой. Да мне так долго за тобой бегать. Люди, он прорисовываться не успевает. Ни хрена он топил-то там. Вот так. Уделал. Неплохо, Паш. Тихо. Мы отведем его в тюрьму, магистр. Удвойте стражу. Будь я проклят. Ну и денек у нас, господа. Си, нас окружают враги. Нужно быть осторожней. Хотел бы я быть рядом с вами до конца, но, увы, должен на всех парусах идти в Англию. Ну что ж,
Попутного ветра, капитан. Спасибо. Повезет. Вернусь губернатором. С одобрения нашего дурака короля. Адиос. Что до вас, сеньор Уолпол. Надеюсь, это залог нашего долгого сотрудничества. Грасиас. И я вас. Не откажитесь поприсутствовать на допросе. В полдень. Приду. Так, ну денег-то у меня и так до хрена. Используйте в бою пистолет. Капитан Кенуэй! Вот черт! Да стой ты! Ну да и хрен на тебя! Почему ты сразу вот его не стал ловить? Никак не отреагировал. Так, идем по верху. Сюда. Ну, прыжок. Ну, хотя бы туда, ладно, хрен на тебя. Так. Раньше, блин, руки отдельно, ноги отдельно комплектовались. А сейчас один костюм на все и все, баста. Это правильно. Так, теперь мне надо. Я вообще в гостиницу бегу или к кораблю? Знать бы, куда я так ноги навострил. Ну, поднимем тост. Сахар он пристроил. Какая жалкая подачка. 1000 реалов за эти карты. Это что? Всего 100 фунтов. И как человеку добыть состояние, если миром правят торресы? Сейчас узнаю. Вы никогда раньше не работали на плантации? Знаете что? Хотел бы я увидеть эту самую обсерваторию. Губернатор сказал, это устройство для слежки за всеми людьми. Какая нелепость. Представьте, что такое обзавелась моя жена. А вы представьте, сколько это стоит. Продать нужному человеку, и я богатейший пират. Приватир в Вест-Индии. Увидимся, Боннет. У меня проговорился. Встреча с мудрецом. Личная. Проговорился. Так. Да спокойно. Свист. Ага. Подожди. Так, мне это только тебя надо было. На.
А, так я ж это, блин, я ж освобождать его пошел. А что-то ни хрена я затупил. А я думал, на допрос иду. Ой, мы. Так-то да. Виноватенько, блин, головой-то не подумал. Тихо. Тихо. Не добраться. Да не посюда, вот. Все перебиты уже. Прекрасно. Баста я. Так как тебя зовут, вор? Меня? Капитан, отвали. Грязная деревенщина. Где мудрец? Ты его отпустил? Нет, это не я. Кстати, очень жаль. Отвезти его в порт и в Севилью вместе с Серебряным флотом. Стойте! Я ведь привез вам карты! Да, привез. Но лишил нас Дункана Уолпола. Ну я что, виноват, что ли, что его нет? А, вон, еще и зоны слежки надо было, да? Убивать. Какой позор, право слово. Пропащий он человек, Кэролайн. Есть. Какое море, он и для суши не скроен. Уедет в Вест-Индию, а худо будет тебе. Отец. Отец! Вест-Индия. Пойдем. Вставай, родной. Чертов скряга! Как он ошибается! Надеюсь. Но ты-то мне веришь? Ты ясно видишь. Большой корабль гордо заходит в порт, и я на мостике. Да, именно так оно будет. Я не знатный человек. И из моих карманов градом сыпятся золотые дублоны. Я вижу. Не реалы, дублоны. Хорошее зрение у тебя, вот что я тебе скажу. Просто прекрасно. Ешь, быстро. Голоден? Так. Что ты задумал, друг? Оружие и корабль. Que Dios nos ayude. No me... Ну это я и сам делал. Ну так-то вообще прям спереди зашел. Вещи. Ага. Украдем бриг. Эй, бери, что нужно. Я мигом. Новая справа. На этих кораблях много пленных. Освободите их, и они охотно пойдут с нами. Сейчас мы. Так каков план? Освободить людей,
Потом найти быстрый корабль. Да, я понял, забыл, что стоит бомба. На. Вот так. Пока идет все хорошо. Давай. Еще? Двумя сразу, двумя нахрен. Но услуга за услугу. Поплывете со мной? Со мной. Да за тобой хоть в пекло, друг. Друг. Капитан. Почти как капитан Джек Воробей. Ни хрена себе корабль, даже высота там. Водоизмещение-то у него пипец какое. Если суждено утонуть, то не здесь. Не здесь. О, подожди. А я вот так могу, даже не убивая всех. Тут рядом один брик, так он нас уже заждался. Так. А, в любом случае, да? Так не получится с этого корабля на тот корабль-то уже. Понятненько. Век живи, век учись. Ладно, Михалыч. Пошли, пошли. Ага, мимо всех, смотрите-ка. Прикольно, как я так пробрался. На. Давайте. Свободно, ребята. На палубу. Готовься. Так. Убейте капитана. Уматываем. Что за размытие стало? Станете петь, недоумки. Сейчас будет буря. Он дело говорит. Вы поднимайте якорь. Вы к фок-мачте. Вы к грот-мачте. Обгоним этот ураган. Надо было дождь какие-то погодные эти все тени убрать нахрен. Следи за галеонами.
чтобы без сюрпризов. Вряд ли, слишком медлительны. Держите штурвал, сэр. Понятно. Черт, мимо! Отдавай любые приказы, друг. Будет нелегко. А как стрелять-то? Вот так. Надо отпускать. Навел и отпустил. Мало ли кто там за нами. Берегись! Я вижу. Так, волны убийцы. Да. Вот так. Тайфун! Твою мать, то опять не все, слава богу. А нам 1500 верст. Так, водяной смерч. Проходим мимо. Мать его. Тайфун, да, значит, называете вы его. Дело дрянь, похоже. Держи ровно, друг. Мы плывем. Убавить ли селя? Паруса просохли. Так. О, отвернули. Марселя, промселя, бом промселя, лиселя. Охренеть, блин. Вот так. Пол пути, смотрите, даже, наверное, больше. Так, пока вроде все получается. Вот. Развернулись полностью. Ни хрена себе, вот непогодка-то. Говорят, у погоды нет плохой погоды, у природы нет плохой погоды, а это вам что, мать его? Ясный солнечный денек, что ли? Тем более плывем, бог знает куда. Смотрите, прям в метраже, прям глаз радуется. Доплыли куда-то? Загрузка. Будь я проклят! Мы целы! Ну и дочка, боже мой! Кладбище кораблей. Видит Бог, едва вырвались из пасти Нептуна. Я Эдвард. Спасибо, что помог мне. Одевали. Одевали. Бывал на Насау, одевали? Еще нет. Да, ну и потрепало его. Он мне нравится. Все на ют, парни! Плывем домой! Давай, где дом-то наш? Где?
освободите, так, 23, убивайте стражников из-за угла. Не знаю, не было никаких там углов. Проработка. Это я куда? Уже решил, ну, вот солнечный день, прекрасно же. Пусть будет галкой. В честь ловкой птицы из моего детства в Суонси. Ловкая птица, а? Скажи, тебя задело, что я взял Брик себе? Я привык к такому обращению со стороны тех, у кого светлые лица. Верно. Тебя бы мало кто признал как капитана. Так какая должность загладит мою неловкость? Буду квартирмейстером. Не меньше. Ну и все. Пусть так. А найдется ли у квартирмейстера совет для его капитана? Стоит высадиться перед Насау, набрать воды, сходить на охоту. Что ж, резонно, друг. Решено. Будем искать спокойное место. Что за спокойное место? Нахрен оно мне надо? Я кое-что приметил в трюме. Порох и пара пистолетов. Если удастся, смастерю вторую кобуру. Неплохо. Что здесь смешного? Может, поговорим о состоянии корабля? Проблемы? Я прошелся по батарейной палубе и был поражен зрелищем. Фитильные пальники в куче. И один из них все еще тлеет. Черт! И здесь же рядом две бочки с порохом стоят бок о бок. Одной искры хватит, чтобы взорвались. Мы их уберем подальше. Что до пушек, их, считай, и нет вообще. Жерло нужно прочищать. Они забиты ржавчиной. Банники похожи на острые ножи. А канаты насквозь прогнили. Если кратко, нам нужно снаряжение хорошее. Да, банники-то, если на ножи похожи, это пипец. Так что о своем оружии надо, надо новый ёршик искать. Но и не забывай о галке. Да, верно. Мы должны держать корабль и команду в отличном состоянии. Ты только мне под руку не лезь. Давайте. Конечно, я бы мог и на вас поохотиться. От ветра! Впереди скала! Убрать кроты! Зарите бранцели! Вон, оттуда спущусь. Вот так. Да недолго я в воде-то пробовал, чё вы паникуете? Падла. Убежала. Охота и ремесла. Давай. Что-то я как-то не так, да, осматриваю? 749 625 700. Так, так, а что у меня за карта-то? Так, это мы где-то, понятно, рядом с пещерами где-то. А F1, F3. Так, вот это мы нашли, да? Где-то у большого камня. Понятненько. Они, кстати, не всегда соответствуют.
О. Давай осмотрим маленький этот островок. Камушка, значит. О, бить-то мне тоже. Так, а мне что надо-то? Убито свежего оцеполов. Вот это, наверное, оцепол-то. Благодарствую. Так, это и... Пропустим. Опа, оцепол. Прекрасно. Благодарствую. На, блин, мимо. Да твою мать-то. Охотничек. Хоть ягуана может. Ладно. Будем искать. На. Так, осталось ягуану найти. Это я ее пока не вижу. Вон там, наверное, она будет. Но ни одного-то, блин. Вот она. Все. Ремесла. Подтвердим.
А мне без разницы, да, какой же? Улучшение галки. Водка есть? Давай. О чем речь? Эй, капитан, все нашел. Моим исканиям нет предела, друг. Но я смастерил себе кобуру. Теперь мне нужен для нее пистолет. Вот. Из трюма, как ты и сказал. Чуть больше трубки. Но сойдет. Ну, мы отдохнули? Или же постоим еще? Отдохнули. Едем. Поднимем якорь. Команде не терпится попасть в цивилизацию. В Нассау нет цивилизации. Зато там можно повеселиться. Так, подстрелите ягуана. Блин, еще в нее стрелять. Несколько раз для серии выстрелов по выделенным целям. Так. О, так мы рядышком. Можно сказать, мы дома. Так. Принять. Переместиться в Насау, конечно. Эдвард Тич, черная борода. Сеоным кораблем месть королевы Анны. Насау, Багамы. Давай, капитан Вонючка. Скажи, что я арестован. Ну скажи. А это, кстати, он ни хрена я попал пальцем в жопу. Давай, беги, псина, беги, хозяин. По-моему, это и он есть, нет? Да. Мы все были приватирами, пока шла война. Или не он это? До встречи. Эдвард Тич. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.